Экс-глава Яковлевского района Иван Бойченко, который накануне сложил свои полномочия, избран спикером Совета депутатов Яковлевского городского округа. В новом статусе муниципалитет предстал после выборов 9 сентября. Тогда же был избран и новый орган представительной власти. Сегодня в городе Строителе состоялось первое заседание окружного совета депутатов, в который вошли 25 народных избранников. По результатам минувших муниципальных выборов Иван Бойченко возглавил партийный список «Единой России». Поэтому коллеги выдвинули его кандидатуру на пост спикера нового совета. И это решение было поддержано единогласно. Поздравил с назначением Ивана Бойченко и губернатор Евгений Савченко. Глава региона отметил неоценимый вклад экс-главы Яковлевского района в его социально-экономическое развитие. Муниципалитетом он руководил 16 лет и за это время сделал его примером для подражания и одним из самых благоустроенных в регионе. Сейчас наступает для Яковлевского района вот время такое малых дел. Крупно, так сказать, глобально уже вроде все сделано. И дорожная инфраструктура, транспортная инфраструктура, социальная инфраструктура. Но сегодня вот много таких вещей, которые являются локальными. Вот их очень множество, их надо решать ежедневно и постоянно. Я думаю, что вашим таким депутатским настроем во главе с Иваном Васильевичем и дальше будет район продвигаться по пути динамичных социальных преобразований и позитивных изменений.